Удивительно, но этот весьма странный гол арбитр засчитал. Автор гола Владимир Шевцов из Гастагаевской. Футболом занимается уже 3 года и считает, что нужно не только уметь играть, но и знать правила игры до мелочей. Ошибка вратаря, он не понял момент, он не знал, наверное, это правило, что когда ловишь в руки, не надо опускать мяч, и я забил. Такие ошибки очень редко случаются, потому что обычно на таком уровне вратари более опытны. 2 этапа всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд собрали несколько тысяч участников. В мероприятии, которое проводится ежегодно в течение последних 11 лет, участвуют юные спортсмены из общеобразовательных и спортивных школ Анапы. В заключительный 2-й этап вышли всего 9 команд. Победители определялись в разных возрастных категориях. Среди игроков 2003-2004 годов рождения победила футбольная команда «Анапа-2». Среди ребят среднего возраста лидером стала «Анапа-3». А в старшей возрастной категории 1-е место взяли игроки команды «Ника». Победители получили заслуженные награды и призы. Но, как отмечают тренеры команд, расслабляться еще рано. Победа на муниципальном этапе – это только полдела. Вообще в детстве не надо ставить какие-то ступеньки и бить на результат. Нужно делать акцент на повышение его мастерства, его работы с мячом, как он мыслит на поле, как он двигается. Вот это главное. И потом уже результат будет во взрослом футболе. А если мы сегодня будем бить на результат, мы ничего в будущем не получим. Впереди у команд победителей зональный этап соревнований. Уже 6 июля футболисты в своих возрастных категориях встретятся с соперниками в Славянске на Кубани. Руслан Душевский, Анапа регион.